И всем привет, с вами Бракс, и сегодня мы начинаем играть в игру под названием Вирджиния. Ну что ж, начнем. Я тут немного до съемок просто прохлил, ну как немного. Так, нормально, давайте сразу начнем. Хотя нет, давайте сразу не будем титры смотреть. Хоть там оно все эффектно, красиво смотрится, но... Мне кажется, это нам не надо. Вот сама игра. Игра... Тут очень... Тут модельки малополигональные. Очень мало полигонов на этих модельках. Но оно все так красиво выглядит. Вот это мы. Мы агент ФБР. На самом деле. Игра это как... Эта игра очень сильно давит на психику. Если вы ночью будете в нее играть. Лучше не советую ночью в нее играть. Она... Меня она пугала, если я ночью играла. Она меня чисто давила на психику. Не знаю. Давайте, вот, скажите, что это какой-нибудь, не какая-нибудь анимация, не какой-нибудь фильм, не мультик, а чистая игра, вот скажите, если не смотреть на эту точку. У нас, и в этой игре у нас есть ноги, да. Все, идем. Смотрим, идем. Теперь ждем. Тут хоть и линейно все так, блин. Она такая красивая, она так. Не знаю. Мне она очень понравилась, эта игра, когда я в неё первый раз играл. Ну, что ж. Так, она нас остановила, начала. Так, она что-то хочет от нас. Блин. Так, то есть... Мы сейчас будем... Ладно. Эта игра так красиво выглядит, я не знаю. Мне очень нравится. Ой. Блин, мне мурашки по коже пошли. У меня сейчас, так скажем, вечерок. Вот. Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований. Ага. В этой игре у меня ощущение, будто я какой-то в больнице лежу, потому что очень часто звуки кардиальные. Блин, у меня мурашки по коже сейчас идут. Так, заходим. Так, это, так скажем, наша... Как он? Это мы. Да, это кошмар, это кошмар. Это нам приснилось, у меня мурашки реально по коже пошли. Даже это я второй раз так это перепрохожу, и у меня все равно мурашки по коже идут. Это я не... Это... Я не знаю, как это описать. Я просто это описать не могу. В это нужно самому поиграть только. Блин. И теперь музыка такая спокойная. Блин. Блин, замечательно. Так. Ладно. Тут очень часто как
Так, берем свой значок ФБР. Такие неплохие, очень хорошо проработанные текстурки есть. Хотя не все тут такие. Давайте. Да. Тут она не тут, блин, такая музыка, все, блин, и я это описать не могу словами, эту игру. Она меня, те, кто ее делали, я им, блин, я даже не понять не могу. О, видите, тут очень часто такие телепорты будут. И вот посмотрите, как это красиво все выглядит. Понедельник. День первый. Блин. Я просто не могу описать эту игру. Поднимаемся на лестницу. Как я понял... Как я понял, мы работаем в ФБР и... Ну, я не буду дальше все палить, не буду спойлерить. Кто захочет, скачайте, купите в Стиме, поиграйте. Ну, а я пойду... В этой игре очень стабильный FPS. Плюс. И она не требовательная, так сказать, к железу. Вот это в нашем кошмаре, вот это нам выдало значок ФБР. Это... Блин, я не прочитал, что было. Ладно. Вот это, как я понял... Что это вообще такой? Федеральное бюро расследований и внутреннее расследование. Цели и задачи этого расследования пока не раскрываются. Специальному агенту Анне Тарвер поставлена задача наблюдать. Да. Там нужно... Ладно, потом. Мы... Это, сейчас у меня задача, и у моей напарницы будет наблюдать... Скоро мы поедем к одной семейке такой, там у них... Или вроде бы как пропал сын, или... Я так и не допонял немного. Или сын какой-то... Или сын у них что-то... Короче, у них что-то случилось с сыном. Или сын что-то сделал, или... Короче, или сын пропал, что-то такое. Вот так. У меня мурашки по коже от этой игры иногда идут. Это просто... Это шедевральная игра. И посмотрите. Все настолько тут красиво. Блин. Под видео. Блин. Это я не знаю. Сейчас зайдем и увидите нашу напарницу. А вот и она, наша напарница. Эй, ну, ответь. О, все. Да. И сейчас мы поедем с ней. Вот я не знаю, почему... Мне никогда Залю не пускают. Так, что-то в радио тут включили. Блин, это... Я не буду портить атмосферу, блин.
Вот. Давайте почитаем. Объект Firefox Lucas D. Мужчина белый, 17 лет, на момент открытия дела пропал. Он пропал 8 мая 1997 года. Какой сейчас год тут? Какой сейчас год в этой игре? Блин, это так красиво. Блин. Тут motion blur еще такой. О, гладкий прям. Почти никогда... Почти... Незаметно. Тут почти незаметно, что... Если... Почти незаметно, когда FPS маленький из-за этого motion blur. Но когда FPS маленький, оно даже как красивее становится, мне кажется. Иногда. Ну, не прям такой совсем маленький, там, 10 FPS. Прям. Это сильно уж мало. Так, какой у нас там счет? Ага. Спасибо вам, окей. Смайлик, доллар. Thank you. Не за что, не за что. Это, сказать, Лукас Д. Я не могу эту фамилию выговорить. А вот и его родители. Показываем, да, мы ФБРовцы. Видите? Сейчас посмотрим. Сейчас мы осмотрим этот дом. Блин. О, Лукас. Видите, тут намеки разные есть. На то, чтобы вы лайки ставили. Хотя, кто меня смотрит? У меня в прошлом видео 100 лет курит Battle Simulator, набралось там 27 просмотров, 0 лайков. Это... Я... О! Тут что-то... Во! Когда я первый раз это проходил, у меня такие мурашки шли. И даже сейчас. У меня на улице темно. Посмотрите, он... Что? Это то, что... Так, что он тут делал? Мне эта игра еще чем-то Firewatch напоминает. О, а это его дневник. Лукас. Да. Бизон. Бизон как бизон. Бизон фыркает. Субтитры, наверное, лучше выключить. Хотя я не пойму, это из-за того, что у меня субтитры включены, у меня показывают перевод на то, что я смотрю, или нет. Так что, не знаю, лучше не буду выключать субтитры, чтобы что-нибудь не про это. И пропустить. Сюжет такой, блин, еще запутанный, тут, блин. Это ужас. Это второй FNAF. Тут уже нужно... Ой, какой второй FNAF? Как FNAF, просто серия игр FNAF. Тут уже нужно... Разные истории, как вы думаете. Искать пасхалки разные и так далее. Секрет... Это история, секрет этого мальчика, секрет вообще всего. Мария Артега. Вот, Мария Артега. Это она. Это наша напарница. Бежать тормоза. Так, справа кто? Да. Справа музыка играет, все. Закроем. Давайте. Направо посмотрим. Что это за... Вот зараза! Мы его еще вроде бы ловить будем. Тыкает нам тут факи. Я понял, что-то... Понятно.
Надо это поднять. Вот. Это. Я будто какой-то мультик смотрю. Я не могу это описать. Блин, у меня 15 минут записываю. Это непередаваемое ощущение, когда я в эту игру играю. Просто. Она. Блин. Посетите научный центр, научную обсерваторию, окей. Он обдумал о пришельцах, типа. Мечтателем был. Вот. Вот эта пещера. Вот сейчас. Это мы сейчас напарницей, да? Мы типа будем и с собой водить, и напарницей, да? Я так я правильно понимаю? А, это был сон, типа? Окей. Так. Это что-то... Странно как-то. Это сон, да, опять сон. Блин. Двигатель набирает обороты. Охренеть. Это все красиво выглядит. Это... О, теперь этот... Директор ФБР или что? Не... Блин. Блин, мурашки. Я вам приснилась. Бизон? В смысле? Опять кошмар. Господи, я не могу... Ой, блин, я не могу на это смотреть. Как... Блин, это... Мне это так на психи... Блин, вот мы на себя можем посмотреть. О. Блин, куда идти сразу сюда? Чтобы время не терять, это просто шикарно. Так. Какое-то ожерелье. А. Сейчас посмотрим. Смотрите, это ожерелье мамы нашей напарницы. Вот. Да, это ее мама. Нас или обидится, или разозлится. Сейчас вроде бы разозлился чуть-чуть. Не обиделась тоже. Выгнала нас из своей комнаты, если это таковой можно назвать. А не, она тоже вышла. Ладно. На этом моменте мы будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пожалуйста. Всем удачи и всем пока. Блин, что-то игра зависла. А, все. Все, удачи, пока.